Artus 2017. Не сдавай, братуля, никого. Делай красиво, сочиняй свое музло. Потому что я буду тустелить и для всех фанов тут крутить. Кого-то то стебает, а кого-то может нет. Артус, как всегда, делает свой куплет. Да, иногда во флоу не попадаю, но я все же так красиво сочиняю. Да, я глаза, как обычно, закрываю, потому что в эти строчки я четко въезжаю. Я хочу рассказать тебе одно: не сдавай, братуля, никого. Это ведь очень плохо кончается, когда на улице братков-то упираешься. Они тебе говорят, зачем ты это сделал, а ты не знаешь о какой-то теме, потому что не впервой, а может не втреть. Я не знаю, звучит оно как жесть. Это Артус сейчас излагает и никого по имени не называет. Поэтому слушай, как нужно дочитать Артузу. На проблемы иногда наплевать, но я просто строчки-то стелю, потому что классно их мучу. Не сдавайся в жизни никогда, не надо думать много о проблемах. Да, это правда, и ты поверь, или просто возьми посиди. Это, братан, я тебе честно говорю, иногда в тактах я тону. Просто я читаю, с этого взлетаю, и не сдаваться я собираюсь. Вы мне говорите, ты давай завяжи. Слышишь, мой узел только на развяжись. Будет скоро блистать, а вы будете повторять то, что я читаю, читаю от души. Я не сдаю ритмы моей души, потому что мне нравится мой рэп, а в остальном вот такой вот тот куплет. Давай, братуля, никого. Делаю эту музыку хейтерам на зло, потому что надо понимать, нужно все точки на места расставлять, чтобы это так кого-то прокачало, чтобы это кому-то было не за пара, потому что наш флоу так взлетает. Артус тут лучше всех сочиняет. Я себе не хвалю и не пиарю, делаю так, и себя я тем не парю. Это мой рэп, и я его люблю, так что не сдавай его никому.